Итак, ребят, это снова я, это снова вы, мое новое видео по Call of Duty Warzone. Сегодня мы будем рассматривать новую снайперку, которую нам ввели в 6-м сезоне. Она супер крутая. И несмотря на то, что у нее на данный момент багованы вторые патроны, я сегодня вам расскажу о самой оптимальной сборке, как минимум для соло-режима сейчас. Как максимум, в принципе, это будет лучшая сборка для этой снайперки. Ну и мы, соответственно, посмотрим, как это все выглядит, в принципе, в игре. Я считаю, это супер крутая снайперка. И даже несмотря на то, что ей пофиксят патроны, она будет убойнее в каком-то плане, чем коряга, и при этом пуля будет лететь значительно быстрее, чем у коряги. А чем быстрее летит пуля на снайперке, тем проще попадать по целям, которые бегут, прыгают и так далее. То есть предиктинг станет значительно проще. Ну и победитель розыгрыша прошлого батл пасса будет у нас в группе ВК. Можете зайти по ссылочке в описании. Вот, там будет скрин. Ну и, соответственно, если вы победили, то обязательно пишите мне в личку ВК. Вот. Ну а чтобы поучаствовать в розыгрыше боевого пропуска, нового боевого пропуска, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий в 4-5 слов. Ну и как бы подпишитесь, ребята, подпишитесь. Это самое главное, потому что когда я разыгрываю через Лиза On Air, в первую очередь я смотрю на подписки. И если вы не подписаны, вы сразу в пролете. Несмотря на то, что у вас будет комментарий, лайк там и так далее, или у вас не будет видно подписку, тоже, ребят, озаботьтесь. Хотите халявы? Озаботьтесь. Вот. Ну и поехали, соответственно, смотреть на сборочку. Играла сегодня комплектиком вот таким. Снайперка у нас будет со ствола Драгун. Драгун — это у нас интегрированный глушитель, который увеличивает начальную скорость пули и б снижает уровень шума. Почему эта штука роляет? Во-первых, потому что на данный момент все очень быстро летит. Во-вторых, соответственно, нам совсем не нужна контроль отдачи. Нам совсем не нужен контроль отдачи. А вот эффективная дальность на любой дистанции, по большому счету, это, ну, вы убиваете в голову. Вам не важно, вам не важна эта эффективная дальность как таковая. Когда патроны пофиксят, я, конечно, попробую пересмотреть, если вдруг пойму, что пуля летит как-то не очень хорошо. Но в целом, даже с первыми патронами, сборка через Драгун играется очень качественно. Поэтому мы берем, соответственно, ствол Драгун. Кот, ты... Ты чё? Мешает записывать видео. Дальше мы идем, соответственно, с тактический лазер. Тактический лазер дает нам скорость прицеливания в процентах, из-за чего он очень и очень масхевный. Мы его обязательно будем использовать. Оптика у нас, соответственно, тутошняя, здешняя, SO3 SPR 28 мм. На деле это просто снайперский прицел X7. То есть на коряге это точно такой же прицел, снайперский прицел. Вот. Кот, успокойся. Вот. Дальше у нас идет тыльная часть. Тыльная часть у нас будет, соответственно, XRK SP Light Blitz. Она дает нам задержку стрельбы после бега, уменьшает ее, увеличивает скорость прицеливания. Ну и незначительно вот это увеличение скорости перемещения при прицеливании. Это не сильно роляет, но вот задержка стрельбы после бега и задержка после прицеливания — это, по сути, вариант рукоятки с накаткой. Это практически то же самое. Дальше мы идем, соответственно, у нас будут боеприпасы. Боеприпасы мы сейчас используем вторые, Lapus Magnum, или как он там называется, Norma Magnum. Они сейчас немножко неправильно работают, и получается так, что на расстоянии до 400 метров вы, по сути, стреляете хитскан оружием. То есть пуля не летит, она мгновенно регистрируется. Но в будущем, когда это пофиксят, это все равно будет самое юзабельное. Почему? Потому что урон нам не нужен, потому что мы ваншотим в голову. Снайперки — это оружие, которое призвано стрелять в голову. Вам не нужен урон в туловище. Если снайперка ваншотит сама по себе, то ее уже можно использовать. Как это происходит, допустим, с коряга. То есть коряга не супер крутая снайперка. Она просто быстрая и убивает в голову. Поэтому она снискала такую популярность среди трайхард снайперов, так скажем. Потому что
Та же самая AX50 или HDR, она не такая быстрая, она не такая прикольная вот в этом плане. В свою очередь, соответственно, норма Magnum будет использоваться для того, чтобы пулька летела быстрее, ну и, соответственно, эффективная дальность — это уже как полезный баф, так скажем. Ну и скорость прицеливания практически не берет в сравнении с тем, как вы будете использовать, допустим, обычные патроны. В общем, сборочка у нас получилась вот такая. Ну а сейчас вы посмотрите, как это все было сегодня реализовано. Сегодня был очень хороший стрим, обязательно приходите на стрим. Вот, я начал опять играть на клавомыши, потому что геймпад сломал. И нет, я его в стену не кидал, не кидал. У него отвалился shift. Не знаю, просто перестал нажиматься левый shift, верхний. И что-то с ним там не то случилось, вот. Так что пока что играю на клавомыши. Ну и это получается значительно лучше, потому что я практически всю свою жизнь играю на клавомыши. Вот, смотрите видео, участвуйте в розыгрыше, приходите на стримы, поехали. Понял. Легчайший в моей карьере. Вот что. Над нами вражеские попала. Алло, ебать, я уж думал, какой-то гений, задрот, филантроп. Блять. Эй, моя фамбовка. А он мог контратаковать. Видите эту хуёнку? Вот тут еще одна. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Если бы, типа, он не ссался, он бы мог меня принять в неожиданном каком-то месте. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Так, это что у нас получается? Иду. Ну, он сейчас этот возьмет. Вода, о, эту тачку. Отменяю, у меня тут легкий транспорт. Братишка, понял. Я до там лазил, еблан. Ой. Кайф. Время заслужить свою свободу, боец.
Ну, вообще, внимание, у БПЛА чисто технически мне должна быть пизда. Надо еще снайперка с этим. Охуеть! Вас понял. МБПЛА входит в зону боевых действий. Веду поиск противника. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Осталось всего пятеро. Доведите дело до конца. Так, я должен в бок выходить. Вот я еще пизды могу дополучить. О, понял. Как думаете? Как думаете, он наверху или да? Должен быть пол наверху. Он, по-моему, ровно надо мной. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Границы безопасной зоны смещаются. Нет, он был здесь. Я что с геймпадом планирую такой же взять? У меня сломался. Вот.
Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. Он типа перестал, типа теперь больше не пружинит и нажимается только с одной стороны. Что у нас тут? У нас магазинов нет. Вообще магазинов нет. Ну ладно, все, давай, все, пойдем. Высаживаемся там, готовимся. Что это за озвучка? Всем привет, дружище. Здорово. Спасибо. Тебе тоже. Уничтожьте все цели в районе операции. Хип-хоп мертв, но я еще нет. Опа. В соседнем домике чалы. Ого. Найс прицел. Че, охуели? О. Путта мерде, блядь, как там? Границы безопасной зоны смещаются. Так, опа. Враг начал кластерную бомбардировку. В укрытие. Здесь чела видел? Что? Как я не мог не убить его, лол? Здесь мин. Минер в катке, ребят.
вот это. Что за хуйня происходит? Закроем. Шо, блядь? Думал, я, наверное, про него забыл. Арморок стало как-то очень мало, я не понимаю почему. То есть, ну, это прям чувствуется, что армора стало меньше на карте. Так, о, ёп, у меня тут этот был. Так, стойте, это где? Ага. Ну чё, он на втором этаже, по-моему, захватывает, если я не ошибаюсь. Так, 34 метра, правильно? Да встань, блядь. Опа. Не, ну, мне очень повезло, что я нашел эти датчики. Я на датчиках сделал 2, по-моему, килла или 3. Понял. Безопасную зону. Клевые, блядь, сетапы, братан. Ёбнешься просто. Так. Вижу посылку. У меня 8300. Бля, челу оставил килла с усиленными. Да, не очень прикольно на самом деле. У меня этим килла может таких пиздычек дать. Чувак, расскажи, как убивать Симтикса. А то там сейчас квест на снайпу с ним. Не знаю, как пройти. Гранаты мало кидал. Да просто кидаешь, типа, все. Не знаю, ну, если ты попадаешь чела, она прилепляется, и ты убиваешь челом, ну, инстом. Поэтому, Дива, просто пробуй. Так, что, давайте это. Над нами вражеский ППЛА. Вижу одного. Так, ну, ладаутов никого нет. Окей. Пойдемте забирать тогда. Мы знаем, что в гараже один. Там кто-то тоже сломал, по-моему. Он, по-моему, запускал. Он, по-моему, запускал этот. Да-да-да-да-да. Я в воздухе увидел, типа, дрона сломанного. Понял. Начал кластерную бомбардировку. Укрытие. Так, давай, братишка.
Посиди, поеблуй там еще. Давай, давай, давай. Я верю в тебя, я верю в тебя. Ты можешь, да? Ты же тут? 40 метров, окей. Ну вылези, блядь. Братышка. Респект за высокий скилл игры и жесткие разборы других стримеров. Все по-честному. Блять. Это так, оказывается, разменивалось, понял? Буду знать. Спасибо большое. Мое уважение. Так, мы сейчас. Мы сейчас челов вот там попробуем жопнуть. Над нами вражеский попала. А тут разве можно внутри ходить? Еще один должен быть. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. По-моему, это он был. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Да блять. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Ага, он в опен бежит. А вот и цель. За работу. Запрашиваю разведку с воздуха. ППЛА входит в район операции. Выдвигаюсь. ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Границы безопасной зоны смещаются. Мы знаем, что вот тут где-то чел.
На, ешь говна! Я опять кнопку перепутал. А чё они так долго горят, пиздец? Они что, евреи? Извините, пожалуйста. Прием. Готовы к разведполету. ПВЛА входит в район операции. Машинка с комплектом уже в пути. А вот и все. За работу. Внимание. У ПВЛА топливо не исходит. Запрашиваю разведку с воздуха. ПВЛА входит в район операции. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Я поведу. ПВЛА топливо на исходе. Иду на базу на заправку. Так, где там получается? Хули вы хотели? Данилка, стреляя куда-то за меня, попадал мне в голову. Это ГУЛАГ. Выживи, чтобы вернуться на фронт. Скоро твоя очередь. Готовься. Тебе надо дождаться. Хули, Данилку нельзя переиграть, ребят. Данилка — это Данилка. Так, это что получается, если я выживу, то вот здесь вот лежит мой этот Галил. Не, вообще типа это пиздец какой-то. Я не знаю, я кинул чела из этот, как это херня-то называется? Я кинул чувака термит, и он бегал, блядь, секунды 4. А я в него именно попал. Типа его дамажило. Типа что? А почему? Слушай как следует. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если побеждаешь, твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Это был тоже Данилка. Отмечаю безопасную зону. Найс. Союзная посылка с комплектом уже в пути.
140 метров. Почему так далеко от меня? Эх, Данилка, Данилка. И надо было купить себе Airstrike. Осталось 9 противников. Не дайте им уйти. Здесь должны быть люди. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Сейчас Данилка как пизнет мне. С моей же снайперки. Так, 8 человек. Мы знаем, что, скорее всего, в домах с моей стороны есть люди. То есть вот здесь кто-то должен быть. 100%. Типа это слишком хорошее место. Границы безопасной зоны смещаются. Вон чел сидит. Чего просто? Под... Цель помечена. Бейте. Вон прикалывается. Попадание. Не, вот это хорошее место. Пули очень медленные. Превосходно! Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Не докинул. Так, здесь могут... Здесь может Данилка на картах пиздячить. Давайте зачекаем Данилку. Вон он. Я просто не верил, что Данилку могут убить вообще. Ну, типа, вы сами понимаете, блядь, Данилка. Чисто технически я должен лутать Данилку. Разъебал. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Осторожно, газ приближается. Справились.